нас запись велась на бумажном носителе, это было крайне неудобно. Мы пользовались ручками, стирали, созвон с мастерами, с клиентами. А когда мы приобрели, перешли на продукт 1С, у нас, конечно же, все автоматизировалось. У нас очень много конфигураций, мессенджер, мы имеем связь с клиентами по WhatsApp, телефония, у нас все виртуально, и мы всегда с клиентом на связи. Все, у нас появилась онлайн-запись, вот это очень важно, с клиентом всегда на связи, можем отменить, перезвонить, комментарии указать, и это и мастер, и клиент видит. Складской учет автоматизирован, это очень удобно. В складском учете мы видим каждое движение товара, и нам очень легко следить, чтобы быстрее заказать, вот, чтобы было все на складах. Очень удобно. У каждого мастера есть приложение, он смотрит свою запись, следит за своим графиком. Также есть приложение для руководителей. Вот, очень удобно отслеживать выручку. День пришел мастер, пришел клиент, отменился. Любые комментарии. Я пришла в студию «Красоты 7» в 2019 году. На этот момент как раз только запускали 8-ю версию программы 1С. Мне она показалась максимально удобной, потому что до этого я работала в других программах. А программа 1С для администратора салона красоты, на мой взгляд, из тех, что я работала, самая удобная, потому что она большой спектр для нас открывает. Записи, визиты клиентов, события клиентов, дни рождения, наши какие-то запланированные события мы можем скорректировать, да, подвинуть время, чтобы не было недозагрузки салона или чтобы не было перезагрузки салона. Видим, насколько у нас свободны мастера, это очень удобно. И в решении многих наших задач эта программа действительно очень хорошо нам помогает. Приложением я пользуюсь около года. Достаточно легко в нем разобраться. Очень помогает в распределении личного времени. Очень удобно, что видно отменение записи, новые записи.